Бабушка, а всегда люди писали пером на бумаге? Нет, Дима, вначале писали люди на камне. Рисовали рисунки, знаки. Позже люди стали использовать для письма глину. Из мягкой глины делали плитки. На ее поверхности заостренной палочкой выдавливали знаки. Затем обжигали их в печи, они становились легкими, прочными и хранили их в деревянных ящиках или в корзинах, чтобы было удобно переносить. А еще в старину писали на бересте. Она была самым дешевым и доступным материалом. Но для книг она не годилась, поэтому книги в древности писали на пергаменте. Кожа телят или козлят. Но слишком дорог был пергамент. Написанная на нем книга стоила столько же, сколько большой участок земли с домом вместе. Очень редко писали на воске. Деревянную дощечку заполняли воском и процарапывали буквы. При необходимости их затирали и снова писали. А моя бабушка говорила, писали они птичьими перьями. Чаще всего это были обычные гусиные перья, прочные, достаточно удобные. Интересно, их брали из левого крыла птицы, поскольку такое перышко было удобнее держать в правой руке. Аккуратно.